Дорогие друзья, сейчас мы находимся в Москве, продвигаемся по очень старинным улицам, в очень интересное место. Посмотрите, эти улицы чем-то напоминают Вологду и Ярославль. Небольшие низенькие домики, бывшие, наверное, какие-то особнячки. Людей здесь обычно ходит немного. Тем не менее, дорогие друзья, это центр города Москва. Так, дорогие друзья, сейчас мы направляемся в не менее удивительное место. Это самый, считается, главный храм. Храм Христа Спасителя, храм в России такой есть. Вот такой огромный монастырь, вернее не монастырь, а храм. Очень огромный, мощный такой, монолитный, я бы сказал. Сейчас мы его осмотрим внимательно. Лучше подошел бы стертый инструментал, и вместо всей этой лирики чистый лист. Дуэт этих пустот бы красочней передал немой мой мунковский вопль длиною в жизнь. Я бы на них оперся, словно на костыли, и сам бы невесомым стал, словно пустота. И вместо всей этой лирики чистый лист, и вместо музыки стертый инструментал, мы уходим к мирам далеким, прожигая сквозь.